Так, еще один человек, с которым я являюсь соавтором, да, я раньше был автором-исполнителем, теперь я все больше соавтор-исполнитель. Генерал-майор Геннадий Петрович Кочергин. Ну, эту песню вы уже знаете, поэтому я долго разговаривать не буду, а то сейчас смотрю, из моих комментариев на песню это время вообще не остается. Единым цветом и зимой, и летом на зависть всему нашему двору, видавший виды куртки и шевета, я выхожу из дома поутру. На ней следы от лямок парашюта, потертости от привязных ремней. И дорога мне каждая минута, которую я проживаю в ней. И знаю, в куртке на мою похожей сквозь этот пестрый приземленный мир мне улыбнется из толпы прохожих веселый парень, здравствуй, командир. На языке для нас двоих понятном поговорим о жизни, о делах. Летаю штурманом на 95-м, а я летал комдивом на ЮАР. И подтвердим своим рукопожатием, куда бы нас судьба не завела, что летчики одна семья, мы братья, по чувству неба сути ремесла. На день и ночь не разделяем сутки, обходят нас сезоны стороной. Мы надеваем кожаные куртки, и крылья вырастают за спиной. Мы надеваем кожаные куртки, и крылья вырастают за спиной. Спасибо.